Лыжники первой школы города стали сильнейшими на Всероссийском фестивале школьников «Президентские спортивные игры». Они прошли в Челябинске. Туда съехались более 850 юных спортсменов из 20 субъектов России. В программе фестиваля были представлены лыжные гонки, конькобежный спорт, спортивное ориентирование, настольный теннис и шахматы. Президентские спортивные игры проводились впервые. Команда нашего региона принимала участие только в лыжных гонках по трем дисциплинам. Это индивидуальная гонка на 3 километра свободным стилем, спринт на 600 метров и эстафета. Бесспорным лидером стала Татьяна Дроздова. Она завоевала золото в индивидуальной гонке и спринте. Золотую медаль получила и наша команда в эстафете. Девушки бежали по 1 километру, юноши по 3. По словам педагога дополнительного образования Дворца спорта «Норд» Константина Диткова, со старта наша команда вышла в лидера и уже не сдавала позиции до самой финиша. Черты. Результат спортсменов наших оценивается на отлично. Результат это показал. Но мы были в плюсе, то что у нас рано наступила зима, мы покатались. Там многие регионы вообще снега не видели. То есть приехали в Челябинск и первый раз встали на лыжи. В завершении фестиваля подводился и общекомандный зачет. По сумме очков сборная первой школы заняла первое место. По словам участников, дистанции хоть и были короткими, но рельеф местности не давал разогнаться в полную силу. Там одна равнина, и негде даже отдохнуть и разогнаться, поработать. Одна равнина, и ты только едешь и работаешь. А, например, там на горах там можно поработать на подъем, а потом на спуске отдохнуть.